Всем привет, меня зовут Кирилл, мне 26 лет, я являюсь тренером по триатлону, до этого имею заслуги мастера спорта международного класса по триатлону. Сегодня я вам расскажу, как перебортировать колесо во время гонки, когда у вас случился прокол. Покажу вам, как достать заднее колесо с велосипеда. Вы едете на гонке, у вас стоят определенные передачи, там, допустим, большой блок, а на задней передача у вас стоит посередине цепь. Первое, что вам необходимо сделать, это ослабить цепь, опустить передачи. До конца ручку дощелкали, то есть у вас уже щелчков не осталось. Нам нужно немножко дать ослабить цепь. Опустили. Цепь у нас уже расслабилась, даже на большой передаче. Мы отгибаем центрик. Вот, колесо освободилось. Буквально два витка, как оно у вас стоит. В этом положении уже колесо намного легче выйдет, вы не замораете руки. Вот, освободили колесо. Для этого вам потребуется запасная камера, насос и бортовочная лопатка. Баллончик по желанию, просто ваш упростит работу. Первое, что вы должны сделать, взять лопатки, спущенное колесо, то есть мы сымитировали прокол. Стараемся поддеть камеру, то есть покрышку. Убираем лопатку. Одна лопатка зафиксирована. Стараемся поддеть. На самом деле не очень легко вытащить. Готово. И поочередно. Теперь можно лопатку просунуть под покрышку. Все, покрышка у нас освободилась. Вытаскиваем камеру. Проколоты. У нас она не проколота. Мы сымитировали. Вытаскиваем, убираем ее в сторону. Берем новую камеру. Вставляем от соска. Стараемся заправить покрышку сначала. Разровнять, чтобы камера нигде не пережалась. Старайтесь пальцами прощупать, чтобы вы камеру не прижали к борту колеса и покрышки. Пока есть возможность одевать руками, одеваем руками, потом можно помочь бортовочными лопатками. Все зависит, конечно, от качества покрышки. Здесь покрышки мягкие, здесь более жесткие. Крышка у нас на месте. Теперь следующее. Берем насос. Ниппель должен полностью быть выключен, то есть свободен. Ставили плотно насос. У меня здесь баллончик. Можно накачивать насосом. В принципе, он позволяет качать. Либо же взять баллончик и уже баллончиком произвести сам процесс. Есть второй вариант. Не вытаскивая покрышку, вы можете воспользоваться пеной, заполнить ее. Сейчас я покажу, как это происходит. Здесь есть специальный переходник. Попробуйте перебортировать колесо дома в комфортных условиях. На технических тренировках можете это попробовать, потому что не всегда получается на соревнованиях, потому что вы будете переживать, торопиться. Вы должны отработать это на технических тренировках. Можете с пеной попробовать, можете попробовать только переходник-баллончик, можете попробовать только насос и камеру.